Вот это большой минус, когда человек работает с головой. Да, вот я тоже про это всегда говорю, что надо голову отключать и уже чувствовать руками. Ну тоже с практики про это все выходит. Сколько у тебя практики? Ну вот уже у меня в заводе хорошая практика, несколько лет здравпункта дали. Я в заводе уже работал, там кого переключить, кого как и все. Ну так вот уже 6-7 лет уже. Да. Я поначалу начинал вообще все это бесплатно делать. Я даже хватал с очереди, ходить и ложиться в очередь. Да, очень долго, год, наверное, там бесплатно, как бы сам тренировался, устраивался. Включаешь голову, смотришь, такой человек там делаешь. Чик-чик-хоп, готово. Уже вот когда до этого доходит, тогда вот я стал профессионально устраиваться на работу и работать. А у меня там, кстати, на канале есть Андрей Петров, он костоправ. Нет, костоправ это больше того, что Сказакевич. Казакевич там есть, Петров там есть. Он это, работал таксистом. Вообще удивительная история. Везде лечился, ко всем там ходил, во всякие клиники, ничего не могу помочь. Целый год. Это президент. Да? Петров, про который мы разговаривали, там два вида. И, короче, научился и стал костоправом работать. И люди к нему уже ездили. И не спрашивали, таксист или не таксист. Прямо никого не касалось, никаких дипломов, ничего не спрашивали. Он сделает как у Феди, как у Люси. Да, по сарафанному радио стал передаваться через людей, и у него сейчас поток уже клиентов. Ну вот, отказывайся, потому что отдыхать тоже надо. Так, ну.